Наш девиз! Мы отважные ребята, потому что октябрята! Мы поможем, защитим и в обиду не дадим! В первой смене детского лагеря «Ласпи» отдыхают необычные севастопольские школьники. Победители конкурса «Орлята России» получили возможность отдохнуть на берегу уникальной бухты. Первая тематическая смена в оздоровительном лагере «Ласпи» стартует в главный праздник детворы – Международный день защиты детей. Торжественное открытие прошло на танцевальной площадке. Флаги поднять, смену «Содружества Орлята России» открыть. Три недели лета в Ласпе отдохнут 550 мальчишек и девчонок. Сотни ребят получила путевки в лагерь за блестящее участие в городском конкурсе «Орлята России». В лагерь приехали ученики 3-4 классов школ номер 23, 43, 7 гимназии и «Экотехплюс». Они продемонстрировали свои таланты в конкурсах рисунков, чтецов, интеллектуальных играх, спортивных соревнованиях. Мне особенно понравился конкурс «Орленок мастер». Я тогда выступила одна из первых и, как считаю, очень хорошо. Там надо было сделать либо купить какую-нибудь игрушку и рассказать о ней, чем она важна. Я тогда выбрала две небольшие игрушки, деревянные. Мышь и тигрик. Я их раскрашивала фломастерами, принесла и рассказала. Я хочу вообще собрать 12 игрушек как раз на всех животных из календаря китайского. Мне очень сильно понравилось сохранять экологию, но там писать о том, как ее можно сохранить. Например, есть такие пакеты, которые как одноразовые. И вместо них можно взять такие пакеты, которые можно использовать много раз и не брать те пакеты, которые используются много раз, но и использовать их вместо тех. В первые дни лета море у берегов Севастополя еще не успело прогреться. Для безопасного купания детворы вода должна быть не менее 20 градусов. Поэтому водные процедуры и солнечные ванны начнутся с 15 июня. Море для отдыхающих пока откладывается. Но несмотря на это, ребят ждут три активных, насыщенных событиями и знакомствами недели. До этого я была в лагере горном. Надеюсь я на этот лагерь, на то, что я смогу найти друзей и, в принципе, хорошо провести время. Их ждут не только традиционные мероприятия, такие как дискотеки, праздники, конкурсы, но ждут и игры, направленные на объединение ребят. Их ждут игры, связанные с тематикой «Орлят России». Они познакомятся с историей детского движения. Они у нас будут участвовать в квестах и викторинах, которые направлены на знание истории России, на знание истории Севастополя, для того, чтобы, вернувшись к себе в школы, они смогли частичку полученного здесь принести в свои коллективы. 1 июня также открылась первая смена в севастопольском лагере «Горный». В корпуса заехали 250 детей. Там тоже тематический отдых. Первая смена – экологическая, вторая – военно-патриотическая, третья – спортивная, а завершающая – туристическая. Вторая смена в Ласпе будет посвящена 65-летию лагеря. Отдых в третьей смене пройдет в военно-патриотической направленности, в четвертой – исторической. Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, Севинформбюро.